семье каждого 5-го россиянина есть студенты, а преподаватели в семье каждого 20-го опрошенного. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения накануне Дня российского студенчества. При этом половина опрошенных считают, что главное во время учебы в ВУЗе – это хорошо учиться. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Часть программы мы посвятим героям этой недели – студентам. Итак, сегодня вы узнаете. Вы самые счастливые. Племя молодое и знакомое. Как в Казанском университете и Татарстане отметили День студента. Я всегда сравниваю это так, что я участвовал в чемпионате России, а выиграл Лигу чемпионов. Лучший в России. О чем мечтает обладатель национальной премии «Студент года». С нее началась метеорологическая служба на востоке России, по сути дела. Точные прогнозы на протяжении 2 веков. Сколько наблюдений помогла провести метеообсерватория КФУ? Переподготовку, такую пиар-акцию сделать, переподготовку учителей по астрономии на базе нашей обсерватории, на базе нашего планетария. Наследие для потомков. На какой стадии работы по включению астрономических обсерваторий в список ЮНЕСКО? Более 140 тысяч молодых людей Татарстана отметили на неделе День российского студенчества. Почти 89% из них высшее образование получают в государственных вузах. Обучение ведется по 55 укрупненным группам направлений. Крупнейшим вузом в республике является Казанский федеральный университет. У нас учатся более 50 тысяч студентов. По масштабам это целый город, например, как Чистополь. Почти каждый 4-й студент в КФУ – иностранец. Для каждого, кто учится в Казанском федеральном университете, созданы условия не только для обучения и проживания, но и для реализации творческого, спортивного, общественного, научного потенциала. Ребята участвуют в работе более 100 студорганизаций, 90 творческих коллективов, 40 спортивных секций и редакций студенческих средств массовой информации. Каждый второй студент охвачен этой деятельностью. В Казанском университете большое внимание уделяется вопросам молодежной политики, научному движению молодых ученых, добровольческим отрядам, социальной работе, трудоустройству выпускников. Университет гордится и нынешними студентами, которые приносят победы в различных международных и всероссийских конкурсах, и своими выпускниками, достигающих определенных высот в карьере и общественной жизни. Конечно же, в КФУ День Татьяны отметили грандиозным концертом. Пандемия хоть и повлияла на масштаб торжества, но не помешала молодежи реализовать свои творческие планы. Торжество отпраздновали в Униксе. По традиции, вначале чествовали Татьян университета. Студентов и Татьян поприветствовал временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский. Он напомнил о достижениях студентов Казанского университета, особо отметил иностранных студентов вуза и призвал молодежь пробовать себя во всех сферах деятельности и не бояться совершать ошибки. Ведь именно молодежи свойственна жажда знаний и творческий поиск. Вы самые счастливые, потому что в процессе учебы в университете у вас есть замечательная возможность делать ошибки. Поэтому я вас призываю, делайте ошибки, пробуйте себя, творите, ошибайтесь. Но самое главное, что в этом процессе вы формируетесь как личность, вы приобретаете новых друзей, знакомых, и вы готовитесь к будущей жизни, где права на ошибку уже, к сожалению, не будет. Казанский федеральный университет в прошлом году прогремел еще одной победой. В копилке достижений КФУ – гран-при Российской национальной премии «Студент года». Участниками конкурса были более 8 тысяч студентов. Абсолютным победителем стал студент Института международных отношений Денис Давыдов. С ним и побеседуем сегодня в нашей программе. Здравствуй, Денис. Здравствуй, Салават. Расскажи про свои первые студенческие годы. Как они проходили и на кого ты учился?
Как сейчас помню, свой 1 сентября 2016 года, оно было очень дождливым. Я вместо того, чтобы пойти на концерт, пришел в универ, получил студенческий билет и ушел обратно в общагу, чтобы не промокнуть. А в целом мои студенческие годы были очень яркими, потому что я принимал участие практически везде, несмотря на то, что я сюда пришел, так скажем, со спортивным опытом. Я старался проявить себя и в творчестве, и даже участвовал в конференциях, хотя в школе этого не делал, и получал максимальное удовольствие от того, что происходит. Каждый день старался насытить так, чтобы он был каким-то экстраординарным, выделялся от всех остальных, и чтобы я, когда позвонил родителям, мне было что рассказать. А на кого ты учился? Я учился на пиарщика, проще говоря, это специальность рекламы и связи с общественностью. Бакалавриат у меня был именно там, магистратура уже в сфере немножко другой, международный туризм. Расскажи про сам конкурс «Студент года России». Как он проходил и, самое главное, через что тебе самому пришлось пройти, чтобы стать победителем? Да, чтобы попасть на Россию, сначала ты должен пройти региональный отбор, то есть это на Республике Татарстан. Прошел я его не сразу, только с третьего раза. Участвовал в номинации «Спортсмен года», и в 2020 году, спустя там 3 раза моего участия, наконец-таки удалось его выиграть. То есть это была такая долгожданная победа, очень значимая, потому что конкуренция была очень высокая из года в год. Приходили спортсмены, которые участвуют или участвовали в Олимпийских играх, которые обладают званием мастер спорта. И я спортсмен, практически любитель, непрофессионал, который просто очень любит спорт, обожает то, что он делает. И мне нужно было как-то убедить членов жюри, что именно я достоин быть лучшим спортсменом. В 2020 году наконец-то удалось выиграть, я сразу же поставил себе цель выиграть Россию. В России я, конечно, тоже участвовал в номинации «Спортсмен года», но удивительно для меня, всех участников между собой сравнивали. То есть спортсменов сравнивали с учеными, с творческими деятелями, с общественниками, и получилось так, что я выиграл среди всех и заслужил звание гран-при. Это было очень удивительно. Я всегда сравниваю это так, что я участвовал в чемпионате России, а выиграл Лигу чемпионов. Интересно. Ну, кстати, ты активно участвуешь в спортивной жизни университета. А как это удается совмещать с учебой? Спорт, на самом деле, можно совместить со всем, что угодно, потому что это такая своего рода дисциплина, которая позволяет тебе принимать участие во всем другом, потому что это отвлекает тебя от твоей деятельности, это стимулирует тебя добиваться целей, это зарождает в тебе такой дух победителя, благодаря которому ты стараешься идти дальше, добиваться новых вершин, покорять горы дальше и дальше, и не останавливаться на достигнутом. А вот были ситуации, когда, например, у тебя какие-то спортивные соревнования за университет и в то же время зачет или экзамен? Как ты выходил из них? Было очень часто. Помню, я прям приходил на зачет либо на экзамен в спортивной форме, либо после игры, либо до игры. Но всегда преподаватели идут навстречу, договориться можно, потому что и футбольная игра идет 2 часа 2, экзамен, в принципе, тоже. Поэтому можно либо после прийти, либо до. И если это в этот же день, если ты показываешь свои знания, то есть если ты показываешь, что ты, несмотря на то, что ты занимаешься своим любимым делом, еще готов к предмету, то тебе всегда пойдут навстречу. Ну, договориться имеется в виду сдать либо пораньше, либо попозже. Да, чтобы... да, именно в этом плане. А вот расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы в дальнейшем? Аспирантура, это потому что ты сейчас учишься в магистратуре, либо уже работа по профессии. Кстати, кем бы ты хотел стать? В принципе, я уже работаю, потому что в современном мире, наверное, каждый человек должен обладать навыком многозадачности. То есть он не может только учиться или только работать. Если он будет делать только что-то одно, он всегда отстанет от текущей повестки дня. Поэтому работаю я уже с 4-го курса бакалавриата, продолжаю работать и сейчас в сфере студенчества, помогая студентам поступить за рубеж. Поэтому это никак не мешает мне в работе, в учебе, в спорте. По поводу дальнейших планов, сюда. Это аспирантура, потому что студенчество, оно короткое, оно по факту где-то 4, где-то 6 лет. Я хочу его максимально продлить. К тому же оно мне не мешает, а только способствует мне и моему личностному развитию. И еще раскрой все-таки секрет, как стать студентом года России, потому что многие твои коллеги пытаются там победить сначала на уровне университета, потом уровне республики, потом России. Вот ты тоже, по сути говоря, этот этап прошел, причем несколько раз пытался сделать это. В чем секрет? Ну, во-первых, это получать удовольствие от того, что ты делаешь, то есть принимать участие в конкурсах не для того, чтобы выиграть, а просто для того, чтобы твои, наверное, заслуги были подтверждены чем-то. Если ты принимаешь участие в конкурсе только ради того, чтобы принять участие, наверное, это не сработает. То есть у тебя должно быть одновременно и фундамент, который ты закладываешь, то есть процесс, удовольствие от процесса, и целеустремленность к получению результата. Тогда это все будет, и главное не останавливаться на достигнутом, потому что действительно мало кто выигрывал с первого раза. Иногда нужно набить шишки, получить опыт, и уже после этого станет легче побеждать. Иногда нужно проиграть лишний раз, чтобы потом получить необходимый заряд энергии, настроя, может быть, такой спортивной злости, чтобы потом прийти и выиграть, и всем доказать, что действительно ты заслуживаешь победы. Ну, это как проиграть в финале Лиги чемпионов, потом через год вернуться и поднять кубок над головой. Да, все верно. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо, Салават. К
теме студенчества мы еще вернемся. А сейчас представим другого нашего героя. Старожила именитого вуза. 210-летие отметила Метеорологическая обсерватория Казанского университета. Она заработала в 1812 году под руководством профессора физики Франца Броннера, приглашенного из Швейцарии. Метеообсерватория Казанского университета уникальна. Она третья по продолжительности непрерывных наблюдений в России. В свое время здесь работал Николай Лобачевский, великий геометр, ректор университета. Но несмотря на свой старейший возраст, метеообсерватория до сих пор действует. И у нее не только наблюдательная функция, но и научная, и образовательная. Какую историю хранят в метеорологической обсерватории и какие прогнозы ей предрекают в самом университете, об этом в нашем репортаже. Сейчас, видите, практически сплошная облачность. Вот там вот просветы. Здесь просветы получается. Высокий средний ярус облачности. Сергей Дмитриев мгновенно определяет форму и типы облаков. Небо для него не романтика, а работа. Он заведует учебной станцией метеообсерватории КФУ. Следит, чтобы студенты-наблюдатели точно фиксировали изменения погоды. Здесь вот сейчас даже вытащу, покажу. Здесь, видите, уже прожег. Вот сегодня было солнце, вот он прожгло. Длительность солнечного сияния, радиация, температура и влажность воздуха, состояние почвы и осадков, скорость и направление ветра. Во дворе университета эти показатели собирают ежедневно, каждые 3 часа. Данные с метеостанции позволяют следить за колебаниями климата в центре Казани. Последние года принято считать, что климат меняется. И нужно очень тщательно отслеживать вот эти вот метеорологические величины, чтобы не было погрешностей, были четкие постоянные наблюдения. И ценность ее взрывом в том, благодаря ей мы знаем, что у нас остров тепла. То есть в центре города у нас теплее, чем на его окраинах, потому что городские станции, они тоже нужны. Они тоже свой климат, микропогоду показывают. Регулярные наблюдения в университете ведутся с января 1812 года. Именно тогда при Казанском университете была учреждена метеорологическая обсерватория. Она занимает третье место в России по продолжительности непрерывной работы, опережает Санкт-Петербург и Москву. С нее началась метеорологическая служба на востоке России, по сути дела. Вот после инициатора нашей обсерватории, создание. Был профессор Броннер, который из Швейцарии приехал, физик. Тогда занимались физикой, метеорологов не было, подготовки метеорологов. Вот. И он написал, кстати говоря, первую работу, которая называется именно, которая посвящена всего лишь навсего изменениям температуры воздуха в 1814 году. Она была опубликована, вот первая работа, мы считаем, это первая работа Броннера, мы считаем как бы началом климатических исследований в Казанском университете. В 1828 году во дворе университета появился павильон для метеонаблюдений. В 1931 завершилось строительство метеорологической обсерватории. Это позволило расширить спектр собираемых данных в разы. Именно здесь были заложены основы аэрологии и синоптической метеорологии. Преподавали метеонауку математик Николай Лобачевский, физик Адольф Купфер, в будущем основатель гидрометеорологической службы в России, и другие. При поддержке ученых университетов Казанской губернии создали сеть метеорологических станций. Инициатива, точнее говоря, наших ученых, вот скажем, в частности, Кольтгаммер, это ректор университета физик, он уже в начале 20-го столетия, под его руководством был создан 23 метеостанции. Но главное, в обсерватории КФУ собраны наблюдения за 2 века. Они входят в состав Государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды и являются достоянием России. По ним видно, как менялся климат в Казанской губернии. Для сравнения, зима 1813 года отличилась 40-градусными морозами. Об этом написал первый студент Казанского университета Сергей Аксаков. Стужа росла с каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар. Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелую. Вода, взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками. Декабрь 1858. В будущем это время ученые назовут малым ледниковым периодом. Существует версия, что именно из-за него Наполеон не смог покорить Россию. Будь у него в приближении метеорологи университета, возможно, они бы предупредили его о предстоящих морозах. Вот, смотрите, гигантский циклон. Мы такого циклона не видели. Он завалил всех нас снегом, вот этот циклон. Вот.
И в том числе здесь Казань. У нас очень много сейчас снега. Вот. А как без метеослужбы? Мы ничего бы не знали, мы ничего не видели. Сегодня подготовка кадров – основная задача Метеорологической обсерватории Казанского федерального университета. И хотя синоптики часто подвергаются критике, без них уже никуда. Обзоры погоды в онлайн-режиме, СМС-оповещения об ухудшениях метеоусловий, информация о предполагаемых паводках, засухе, циклонах и антициклонах. Без этих знаний уже сложно представить себе жизнь и прогресс в целом. Сейчас, скажем, на земном шаре 9 тысяч метеостанций, которые ведут постоянное наблюдение. Плюс к этому, наверное, 1000 уже автоматических станций. Сейчас уже спутники ведут наблюдение, радиолокаторы и так далее. То есть в техническом плане очень сильно служба сейчас оснащена. Расширяет свои возможности и метеорологи КФУ. В этом году к университету перейдет автоматическая станция, которая будет находиться за городом. Помимо улучшенных технических характеристик, новое оборудование позволит сравнить погоду в Казани и за ее пределами. Пока же специалисты КФУ изучают климат и предостерегают о надвигающемся антициклоне. Когда вот у нас будет в феврале-марте, если он будет сибирский антициклон, там на целый месяц может установиться такая стационарная погода. Она вроде бы неплохая, так сказать. Днем солнышко пригревает, ночью, так сказать, правда, похолоднее будет, но нет перемешивания. И из-за этого качество атмосферного воздуха начинает страдать, оно будет плохим. У нас 891 год, в 7 утра, в час, в 9 вечера. Час 8:40 наблюдений, каждые 3 часа. За 210 лет метеостанция КФУ поменяла режим работы, обновила здания и оборудование. Прежними остались цели – учить и служить людям. На официальном сайте метеостанции всегда можно найти актуальную информацию о погоде в городе. Открыта для посещения и площадка с метеооборудованием. Здесь регулярно проводятся экскурсии для студентов и школьников. И каждый раз звучит один и тот же вопрос – а какая погода будет завтра? Роман Полинсков, Луиза Сагитова, Эльвира Замалеева, Александр Кузнецов, КФУ «Итоги недели». Почему казанские ученые занялись грибами? Об этом во второй части программы. Также смотрите далее. Переподготовку такую, пиар-акцию сделать, переподготовку учителей по астрономии на базе нашей обсерватории, на базе нашего планетария. Наследие для потомков. На какой стадии работы по включению астрономических обсерваторий в список ЮНЕСКО? Это был харизматичный лидер с характером авантюриста. Бунт беспощадный и бессмысленный. Какие следы в истории Казани оставил Емельян Пугачев? Ко дню студента, который в России празднуется всегда масштабно, озвучен плейлист студентов Казанского федерального университета. Это список 100 музыкальных композиций, которые предпочитает слушать учащиеся университета. В списке плейлисты вузов со всего мира. Оказалось, что студентам КФУ близки татарские песни, среди которых «Эльдермешка», «Койтамале», «Ханиев архи» и «Туганьяк» Василии Фаттаховой. И, конечно же, современные российские композиции. Список популярных песен был составлен на основе анализа данных слушателей со студенческой подпиской сервиса Spotify. А что было интересное на этой неделе в самом университете, узнаете из дайджеста. Казанский федеральный университет и Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в ходе визита в КФУ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Соглашение предполагает совместную работу по разработке, промышленному освоению и выводу на рынок новых видов продуктов и технологий, создание у системы подготовки высококвалифицированных научных и производственных кадров. Сегодняшнее там соглашение наравне с соглашением, которое вы подписывали с классическими университетами, я считаю, должно быть основой для того, чтобы мы дальше развивали межрегиональное взаимодействие, межвузовское взаимодействие. Понимаю все-таки, что задумка создания НОЦов, она будет успешной только благодаря тому, как мы на местах поработаем и, собственно говоря, воплотим вот те идеи, ради которых наши уважаемые коллеги в федеральном правительстве создавали научно-образовательные центры. 10 представителей КФУ стали победителями премии «Студент года Республики Татарстан». Среди них студенческий спортивный клуб «Казанские Юбарсы». Звание «Интеллект года» удостоился Антоний Элиас Свердруб. В номинации «Староста года» выиграла Эльзира Галимбикова. Отметим, что студенты КФУ стали победителями в более чем половине номинаций конкурса. В завершении церемонии награждения с Днем студента поздравили участников Рустам Миниханов и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Каждый из нас, независимо от того, учится он сейчас или когда-то учился,
все равно вот с этим студенческим братством себя напрямую ассоциируешь. Я очень рад, что сегодня именно в этот день оказался с рабочим визитом в Казани, в Республике Татарстан. Мы тоже были студентами, но, к сожалению, уже не студенты. И серьезно говорю, мы искренне завидуем вот тому темпераменту, тому интересу и как вот все это происходит. И я должен сказать, что будущее нашей республики, будущее нашей страны – это вы. Казанский федеральный университет и академический консорциум Международный университет Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках визита в КФУ делегации из Киргизии. На встрече с временно исполняющим обязанности ректора Дмитрия Таюрского и председателя попечительского совета консорциума Асылбека Айдаралиева стороны обсудили совместное укрепление международных связей, дальнейшее развитие и углубление двустороннего сотрудничества в области образования, науки и общественно-культурной деятельности. Интерес у нас есть, взаимный интерес, поэтому думаю, что при желании все получится, было бы желание. Поэтому надо работать, двигаться вперед. Нас интересует медицина направление, нас интересует направление тех, которых у нас нету. Вот мы смотрим, есть или нет. Вот я не знаю, есть у вас или нет, допустим, это как компьютеры, науки, самые современные подходы пойдут. Там еще целый ряд вещей, которые я хочу. Мне просто интересно посмотреть. Если сильно будете интересовать, пошлем сюда своих людей, пригласим ваших. То есть шаг за шагом, степ-бай-степ будем работать. На этой неделе в КФУ состоялось заседание ученого совета. Оно прошло в онлайн-формате. На нем были рассмотрены 4 вопроса основной повестки и ряд сопутствующих из блока «Разное». Так, например, члены совета поддержали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выдвинутые на включение в состав авторского коллектива и соискание премии правительства России и государственной премии Республики Татарстан 2022 года в области науки и техники. КФУ представил отчет по подготовке номинаций астрономических обсерваторий для включения в список ЮНЕСКО на заседании специальной рабочей группы. Оно прошло под председательством депутата Госдумы Татьяны Ларионовой. Университет подготовил 5 томов номинаций – визуальных, документальных, архивных материалов, а также план управления объектами. Правительство республики направит подготовленную документацию в Министерство культуры России и Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО для дальнейшего направления в Центр всемирного наследия. Если бы нам организовать переподготовку, такую пиар-акцию сделать, переподготовку учителей по астрономии на базе нашей обсерватории, на базе нашего планетария, школьных учителей подготовку, было бы очень здорово, это было бы очень красиво. Более 1 миллиарда евро было вложено в создание интернет-контента в прошлом году в Европе. По данным агентства CB Insight, приводит Евроньюз. Более 50 миллионов человек работают на постоянной основе в сфере создания контента для соцсетей. Это лидеры общественного мнения, блогеры, модераторы, видеомонтажеры. И эта сфера ежегодно только растет. Создание контента для социальных сетей стало крупным бизнесом. В него вовлекаются серьезные компании, чтобы продвигать и продавать свои услуги. Особенно через инфлюенсеров. Пользователей, имеющих обширную и лояльную аудиторию. И тут есть риск каждого второго такого блогера уйти в инфобизнес, как они его и сами называют. Это всевозможные тренинги и курсы. Доля этого рынка, по данным компании ProConsulting, оценивается в 165 миллиардов долларов. О том, какие новости волновали пользователей социальных сетей в последние дни, проанализировал мой коллега Леонид Толчинский. И снова с вами, смотрите сами. Действительно, меньше месяца прошло с начала года, а тренды самого обсуждаемого в сети уже могут исчисляться десятками. Столь бурным и острым во всех отношениях оказался для нас старт 2022 года. А потому давайте пару слов не о самых топовых темах в соцсетях за этот месяц. Их действительно очень много. Давайте на пару минут заглянем в содержание ежегодного доклада аналитиков Всемирного экономического форума в Давосе о глобальных рисках, с которыми человечество может столкнуться в ближайшие годы.
И прежде всего нам интересно, что там изложено применительно к сферам науки и образования. Так вот, среди серьезных рисков 2022 года и далее эксперты называют, во-первых, негативную реакцию на науку. И тут есть над чем задуматься. С одной стороны, население планеты все более напрягается таким научным достижением, что ведут при своих внедрениях к резкому изменению качества жизни, в первую очередь в сфере климата. Но есть и негатив, все более нарастающий в отношении науки в связи с, как оказалось, неготовностью реагировать на острые вызовы времени. Та же пандемия в 21 веке, по мнению большинства на планете живущих, оказалась не по зубам соответствующим наукам. Население напрягается и в связи с высокой степенью коммерциализации научных и, увы, околонаучных знаний. А уж если говорить о социально-гуманитарных науках, то тут шкала недоверия уверенно идет вверх. Пока эксперты не считают этот риск ключевым, но если его игнорировать, то в ближайшие годы он может стать глобальным вызовом в развитии. Среди серьезных рисков будущего – разочарование молодежи. Тут пока рассматривается аспект, при котором существующие тенденции в сфере образования и поляризации социальных связей могут привести к фрагментации экономики, которая, в свою очередь, отрицательно скажется на использовании потенциала молодых кадров и уровне технологического развития. Есть еще 5 рисков, что могут стать большими проблемами за границами 2022 года. Это разрушение IT-инфраструктуры и крах многовекторности, незаконная экономическая деятельность, геополитические конфликты и проблемы, социальные и технологические риски. Пока акцент в докладе экспертов делается на международных отношениях и геополитике, экономическом развитии и климатическом вопросе. Куда без него-то? Не готовы эксперты однозначно, впрочем, оценить супермодное веяние развития, цифровизацию, которая, по их мнению, не является однозначной тенденцией. С одной стороны, она способствует более мягкому выходу из ковидного экономического кризиса и развитию государств. С другой стороны, появляются новые киберуязвимости, которые респонденты пока не осознают как структурное явление. Кроме того, это гигантский вызов устоявшимся социальным, да и политическим укладом. И просчитать последствия тотальной цифровизации пока крайне сложно. Я бы тут добавил, что есть серьезные опасения превратить цифровизацию из инструмента в самодостаточную цель развития. А это уже тоннель без света в своем конце. Применительно к 2022 году эксперты Всемирного экономического форума все же пока предпочитают делать акцент на киберугрозах и резком размежевании стран по уровню развития в связи с ускоренным пандемией, неравномерным внедрением достижений цифровизации. Кроме того, быстрая цифровизация рискует подвергнуть экономику новым и более интенсивным киберуязвимостям, поскольку новые технологии и постоянная расширяющаяся область атак позволяют совершать более опасные и разнообразные киберпреступления. Когда дело доходит до бизнеса и промышленности, даже предприятия с финансовыми возможностями для маневрирования иногда приходится этим предприятиям бороться за выполнение экологических, социальных и управленческих обязательств, одновременно повышая устойчивость своих цепочек поставок, адаптируясь к социальным и технологическим изменениям, а еще и сохранять бдительность в отношении таких угроз, как кибератаки. Ну, просто очень серьезный вызов. Как вы понимаете, эксперты экономического форума не затрагивают еще столь тонкую материю, как использование кибероружия и инструментов в военных целях. А здесь риски и опасности иной раз даже трудно спрогнозировать. Словом, вступая в нашей республике в год цифровизации и веря в огромные возможности, что дает нам овладение столь передовым инструментарием, нельзя игнорировать массу вызовов. От технологических, финансово-экономических до социально-политических и общегуманитарных, что несет за собой бездумное освоение и внедрение такого уникального по своим возможностям инструмента. Всем доброго! На
Несмотря на разгар зимы, поговорим о любимой многими теме – грибах. Но не только с точки зрения летнего или осеннего хобби, но и с научной. Создан полный список шляпочных грибов, которые растут в России. В создании списка участвовал и старший преподаватель кафедры общей экологии Института экологии и природопользования КФУ Ким Хатапов. Здравствуйте, Ким Олегович. Здравствуйте. И сразу главный вопрос. Что это за такой чек-лист? И дайте для зрителей определение шляпочных грибов. Чек-лист – это полный перечень шляпочных грибов на территории Российской Федерации. И шляпочные грибы – это грибы, которые в традиционном понимании имеют шляпку и ножку. Ну, типичные представители – шампиньоны, подберезовики, белые. В науке есть другой термин, более такой используемый – это агарикоидные, от слова агарикус или шампиньон на латыни. То есть то, что похоже на шампиньон, буквально. Этот проект, насколько я понимаю, масштабный. В нем принимали участие сразу несколько вузов. В чем состояла задача каждого из них? В проекте помимо вузов принимали участие другие организации. Это Академия наук российская, это Санкт-Петербургское микологическое общество, ряд других организаций. Как-то задачи специально не разделялись по организациям. Все зависело от конкретного участника и его возможностей и желаний поучаствовать в этом проекте. А как долго длился проект и как пришла вообще сама идея создания такого листа? Проект длился в течение 5 лет. Идея сама пришла еще раньше, 8 лет назад, когда мы начали аналогичный проект по так называемым трутовым грибам. Это грибы, которые обитают на древесине, трутовики. Тот проект, я надеюсь, тоже в этом году уже подойдет к завершению. Ну, в общем-то, и когда мы начали работать с трутовыми грибами, пришла идея в общении с коллегами, что хорошо бы сделать аналогичный вариант со шляпочными. В общем-то, вот так она и пришла, эта идея. А вот в чем суть проекта и как шла работа над ним? Какие были в первую очередь трудности? Суть проекта в обработке литературных сведений, собранных за почти 200-летний период. И это и есть, собственно говоря, основная трудность. Это огромный массив данных на разных языках, которые нужно было скрупулезно, внимательно внести в базу данных для последующей обработки. Далеко не все литературные источники были к этому моменту оцифрованы. Соответственно, была задача оцифровать эти источники. Вот. Ну и просто очень долгая механическая работа, которая в итоге вот привела к таким результатам. А в чем главная цель проекта? Для чего он необходим? И будет ли он как-то использоваться или, может быть, дополняться в дальнейшем? Цель проекта, собственно, сбор сведений о шляпочных грибах, произрастающих на территории России. Проект, я надеюсь, будет продолжаться, поскольку сведения все новые и новые накапливаются. Так, например, в публикации есть хорошая диаграмма, которая показывает скорость накопления данных. Она идет по кривой, резко поднимающейся вверх. И очевидно, что сведения о новых видах все будут и будут поступать. Уже на сегодняшний момент есть виды, которые там в этой работе не значатся. И это, конечно, хорошая основа для работы в области географии грибов, в их распространении. Практические какие-то вещи, например, охрана грибов тоже важный момент. В общем-то, это такая базисная работа, основа, которая много где может использоваться. Ну и перейдем непосредственно к содержанию самого проекта. Как я понимаю, вы отвечали за те грибы, которые произрастают конкретно в нашем регионе, Поволжье. Сколько у нас шляпочных грибов? Все ли они изучены? Какие наиболее распространены? В Татарстане на данный момент известно более 500 видов шляпочных грибов. Конкретное число я сейчас назвать не то, что не могу, скорее не буду, потому что очень много новых видов. Вот буквально эти дни я сижу, тоже работаю с собранным материалом, и новые сведения, они как бы постоянно появляются. То есть перечень этот растет. Татарстан где-то средней степени изученности относительно наиболее там передовых регионов, например, Ленинградской области. Но Татарстан очень богат на разные типы сообществ, поэтому общий перечень шляпочных видов должен быть раза в полтора, в два больше, чем перечень такой вот в Ленинградской области. Поэтому есть куда стремиться,
что делать. Есть самое главное поле для работы в этом плане. Да. А какие наиболее интересные литературные или научные источники есть, посвященные грибам в Татарстане и непосредственно в КФУ? Есть ли вообще известные ученые-микологи, работавшие в Казанском университете? Казанский университет — очень богатая история. Начинается она с очень известных фамилий, как Сорокин или Мережковский. Оба работали в области низших тогда еще растений, как грибы, куда их относили, к низшим растениям. У Сорокина есть публикация о грибах Казанской губернии. Одна из, наверное, самых старейших не только для региона, но и вообще для России. Она есть и в нашей библиотеке, и в ботаническом музее. Помимо Сорокина, ну, Мережковский, он больше работал с лишайниками, с лихенизированными грибами. Были еще несколько известных фамилий, например, Васильева, которая начинала работать под руководством Гордягина, но позже уехала на Дальний Восток и там основала свою школу. Васильков тоже выходец из Казанского университета, позже работал в Марии Эл, а потом уже уехал в Ботанический институт, где заложил целую школу, да, вот, агрикологов, то есть специалистов по шляпочным грибам. Поэтому у Казанского университета есть чем гордиться и своей богатой историей в первую очередь. И давайте сейчас перейдем к самому определению микологии, науки о грибах. В свое время в школе это был раздел из области ботаники, так как относили к растениям. Сейчас мы говорим о них как о чем-то среднем между царствами растений и животных. Грибы — это не только то, что растет в лесу. Каким образом эти списки, созданные микологами, могут быть применены в смежных сферах науки или промышленности, например? О, ну тут такой комплексный вопрос большой. Во-первых, грибы — это, конечно, не растения, это уже было доказано давным-давно. Это, в общем-то, сестринская группа животным, так что самые ближайшие родственники грибам — это животные, в том числе мы с вами. Вот. Грибы — разнородная, в общем-то, группа, богатая на виды. По числу видов она, в общем-то, точно не уступает растениям, ну, разве что животным уступает, да, там, за счет беспозвоночных животных. И в связи с этим они занимают разные роли в природе, и практическое их использование сводится вот к богатству этих экологических проявлений. В частности, грибы могут быть прекрасными деструкторами и использоваться вот в этой сфере. Грибы очень богаты на различные, ну, то есть выделяют достаточно много различных вторичных метаболитов, в том числе антибиотиков, каких-то аминокислот, поэтому их используют в пищевой промышленности, в фармакологии. Ну, в общем-то, сфера использования грибов очень велика, и с каждым годом находятся все новые и новые применения. Вот, вплоть до строительных материалов из мицелия грибов, как бы экологически чистые, так называемые стройматериалы, которые потом легко утилизируются. Ну и несколько вопросов прямо о вас. Над чем сейчас, над каким научным трудом работаете, либо продолжаете работать? И насколько вы сами любите грибы? Невозможно не спросить об этом. В плане работы сейчас есть необходимость, в общем-то, уже составить региональный чек-лист с распространением и разнообразием грибов по различным районам Республики Татарстан. Это, в общем-то, такая, как сказать, ну, важная задача, важная цель, к которой, в общем-то, мы стремимся. То есть задача сделать такую монографию по сосудистым растениям, например, у нас есть такой чек-лист тоже. Вот хорошо бы сделать такой же по грибам. Ну, а по поводу интересов, не получается одновременно собирать съедобные грибы и, как мы называем, научные поганки, потому что методы сбора разные. Все равно, даже когда идешь с корзиной просто погулять по лесу, начинаешь отвлекаться на всякие интересные виды, и в итоге бросаешь корзину, собираешь вот материал для научной работы. Ну, такая профессиональная деформация, да, можно сказать? Да. Большое спасибо вам за интересную и содержательную беседу, ну и удачных исследований. Он был лет 40. Росту среднего, худощав и широкоплеч. Черты лица его правильные и довольно приятные, не выражали ничего свирепого. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское.
Так описывал Александр Пушкин Емельяна Пугачева, бунтовщика, самозванца и героя многих исторических и художественных произведений. Казань дважды оказывалась на пути Пугачева. Впервые здесь он оказался в январе 1773 года. Его бросили в черную тюрьму. Так назывался подвал в Казанском Кремле. За попытку поднять восстание на Черниговщине и бежать с казаками в Турцию. Бежал и прятался какое-то время в Суконной и Кирпичной слободах. Вторая встреча с Пугачевым спустя полгода для Казани стала разрушительной. Осада Кремля, погром города, большая часть зданий уничтожена или разграблена. Об этом и других периодах жизни бунтовщика, истории жизни города остались письменные источники. С ними познакомился Амир Ахтямов. Емельян Пугачев прожил недолгую, но яркую жизнь и навсегда остался в истории России. Сохранившиеся свидетельства современников и исследования историков создают образ человека незаурядного. Если говорить о нем простым языком, то можно сказать, что это был харизматичный лидер с характером авантюриста или же умелый мотиватор, способный грамотно и эффективно манипулировать людьми. Емельян Пугачев родился в станице Зимовийская на Дону, предположительно в 1742 году. Достигнув 17 лет, женился на Софье Недюжевой и вскоре был отправлен в Польшу, где почти 3 года был участником 7-летней войны с Пруссией. Он вернулся домой и через 2 года ушел на войну с Турцией. К этому времени у него было уже 3 детей. Участвовал в осаде на территории современной Молдавии, получил чин Харунжева, что является свидетельством наличия у Пугачева качеств, которые выделяли его среди большинства других казаков. В отделе рукописей и редких книг также хранятся различные материалы об этой яркой, но в то же время противоречивой персоне. К примеру, книга 1809 года выпуска, которая вышла в Москве на русском языке. Она разделена на 2 части и имеет название «Ложный Петр III» или «Жизнь и характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева. Москва. Вольной типографии Федора Любия». Этот текст не точный перевод, а скорее вольный пересказ, иногда далекий от французского оригинала. В первой части книги это история о Емельке Пугачеве. До наших дней дошли только некоторые истории под названием «Анекдоты о бунтовщике и самозванце Емельке Пугачеве». Книга неприятно поразила Александра I. Император заметил, что она может иметь неприятные действия над читателями, и осведомился, как цензура могла вообще такое пропустить. Цензору пришлось доказывать, что он нарочно выкинул ряд мест, чтобы порядок глав нарушился, а от возмутительной книги остались бы только высочайшие указы, и при них смесь нелепых разбойнических и романтических происшествий. Его объяснения сочли дерзостью, но хотя продажа русского издания была спешно запрещена, а все существующие экземпляры конфискованы у торговцев, оказалось уже поздно. Почти весь тираж, а это более 1800 экземпляров книги, разошлись. Впоследствии роман привлек внимание Александра Пушкина, обдумывающего собственную историю Пугачева. Затем, узнав о существовании немецкого текста, Александр Сергеевич Пушкин назвал «Ложного Петра» пустым немецким романом. Тем не менее, именно эта книга, среди прочих материалов, повлияла на создание истории Пугачева. Сперва он читал его русской книгой и в первом наброске предисловия к истории писал: «История Пугачева мало известна. При Екатерине запрещено было о нем говорить. При Александре написан глупый роман». Еще одна книга 1895 года выпуска, которая имеет название «Спутник показаний». В этой книге также рассматривается тема пугачевского бунта, а именно говорится, что это 3-е грандиозное стихийное движение, которое охватило собою Поволжье. 9 января 1775 года суд приговорил Пугачева к четвертованию. Императрица заменила его казнью через усекновение головы. 10 января на Болотной площади Пугачев взошел на эшафот, поклонился на 4 стороны и сложил свою голову на плаху. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев. Итоги недели. «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел», писал Александр Сергеевич Пушкин. Студенчество – яркая пора в жизни каждого человека. Пусть наши пожелания веры в свои способности, вдохновения предназначены зрителям всех поколений. Вечной молодости и дерзости в душе.